блядь, что такое. Считай, 11 тысяч нам надо было, чтобы эту линию провести. Это уже со счетчиками, блядь, ну, сразу 11 провели. Но потом начали где-то, ну, ты же понимаешь, я же не смотрю, блядь, там кто-то там подключил он еще кого-то или нет. Я слышал, что он брал деньги с кого-то, чтобы подключиться, ты понял? И получается, что мы можем сейчас сидеть не 11 человек, а человек 30, блядь, на этом проводе. Ну, но он, блядь, грамотно все развел, блядь, эти, понял, там через два гаража от